Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это рубрика «Тайны The Isle of Rima». Насколько мы знаем, The Isle связывает достаточно много гипотез, тайн с лором игры, практически во многих играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное послание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов тайн разбирали происхождение каннибалов и людей в игре, а также слышали их голоса. В прошлых сериях тайн мы слышали удивительные звуки, возможно, будущих игровых динозавров в игре. Многие игроки, кстати, не обращают внимания на многие происходящие вещи. Но есть люди, которые хотят изучить и изучают внутренний мир The Isle, понять, что происходило в игре, будет происходить. Ведь многие происходящие в игре вещи так или иначе подчеркивают нам будущее и прошлое. Да и сами разработчики любят нас подразнить чем-то новеньким. Ну а в сегодняшней рубрике звуки и крики на острове непонятного динозавра, скорее всего. С обновлением 6.5 их стало отчасти достаточно много. Отчетливо ясно одно, что это не крики животных. В игре по игровому времени крики слышны в районе 12 часов ночи. В игре. Сейчас вы все увидите и услышите. Кстати, все это находится в районе радиовышки Саус. Смотрим и слушаем. Чьи это крики? Что это такое? Просто рандом? Или все-таки будущий динозавр? Короче, пиши свои догадки в комментариях, буду рад почитать.